Да, действительно, матч непростой. Я думаю, что он, конечно, наверное, понравился вашим болельщикам, но не совсем, думаю, понравился тренерам. Я думаю, это не один год жизни, как он вычеркнул, конечно. Что, ну, думаю, что где-то счет мог сложиться. Если в Новосибирске я говорил, что счет мог сложиться в нашу пользу и в ту, ну, повезло нам. В данном случае, наверное, повезло сейчас, в данном случае больше вам. Вот, поэтому могу поздравить вашу команду с победой в тяжелой игре. Безусловно, как бы мы расстроены, но что я только могу сказать, спасибо ребятам, как бы своим. Безусловно, ваша команда поопытнее. Поэтому тяжело было. Можно сказать, что удаление Коглова сыграло хуже для вас? Как раз как бы недостаток опыта у наших молодых футболистов, потому что как бы, ну, надо было бы взять мяч под контроль, конечно, как бы спокойно довести мяч до логичного, матч до логического завершения. Но немножко как бы свалились на навал. Поэтому зацепиться за мяч не получалось, а в этой лотерее, ну, это лотерея перестрелки. Да я никого не хочу выделять, потому что вся команда как бы сражалась, каждая команда, ну, каждый человек бился, как бы. То есть у кого-то кто-то поопытнее у нас уже где-то имеет опыт, кто-то нет, как бы. Поэтому выделять здесь кого-то. У нас команда выиграли вместе, проиграли вместе, что в том числе и я, допустим, наверное, возможно, где-то тоже замена не своевременно провел. Поэтому проиграли вместе, как бы выделять никого не хочу. Насколько важны такие матчи для будущего становления команды, для получения опыта, как раз больше не хватает? Ну, безусловно, такие матчи с крепкими соперниками, но, к сожалению, зона с каждым годом все как бы хуже и хуже, да, команд все меньше и меньше, то есть очень много играет детей уже там. Поэтому, конечно, безусловно, когда играют ребята при болельщиках, с опытными командами идет рост.